Всем привет! Сегодня мы сделаем убийственную пушку из стрел в Майнкрафте. Вырываем яму 3 на 3 на один блок и ставим там сок душ. Делаем обводку из обсидиана. И еще поставим нажимные плиты. В центре ставим обсидиан, активирующуюся рельсу, сверху блок и кнопку. Заливаем все это водой. Зачаровываем лук на силу 5. На рельсы ставим несколько вагонеток с динамитом и стреляем в воду из лука. Выглядит красиво. Теперь нам просто остается нажать на кнопку и активируется эта супер пушка. Она стреляет на большое расстояние и легко достанет до вашего друга.